Данный портал Поволжского регионального центра компетенции в области онлайн-обучения нацелен на повышение качества и доступности привлекательного образования. Задачей портала является улучшение уровня образования учебных учреждений по созданию и продвижению в области образования данных курсов по актуальности пропаганды в лесном хозяйстве. Благодаря курсам лесные биотехнологии выращивания улучшения лесопосадочных материалов нам открылась расширенная технология базы интенсивного воспроизводства лесов, а также повышение качества посадочного материала и продуктивности лесных пород путем создания генетических улучшенных форм древесных растений. Помимо заданного целевого назначения, мы освоили ускоренное создание селекционных форм и сортов лесных растений. Исходя из этого, мы закрепили полученные теоретические знания о выращивании улучшения лесопосадочного материала и углубились в понятие лесной биотехнологии. Телекоммуникационные методы позволяют актуализировать характеристики лесного фонда, открывают информационные и технологические возможности в лесоустройстве. Работа с инфотелекоммуникационными технологиями – обязательное условие современного лесоустройства. Они являются информационно-технической основой для новых видов инвентаризационных работ. В связи с этим данное обучение позволило приобрести навыки работы с современными телекоммуникационными технологиями. Применение современной техники и оборудования является важнейшим перспективным фактором для развития промышленности лесного хозяйства. В настоящее время для успешного эксплуатации машин и оборудования в лесном хозяйстве необходимо приумножать знания в этой отрасли. На этих курсах мы узнали о широком влиянии оснащенности оборудования в лесном хозяйстве и перспектив развития в его будущем.